Пока весь мир напряженно просматривал новостную ленту о вторжении вооруженных палестинцев на территорию Израиля, многие пропустили одно интересное высказывание в связи с этим авторитетного египетского историка Ахмеда Диаба. Он сказал следующее. «Не понимаю, на что рассчитывали члены Хамас, когда расстреливали невооруженных людей в соседнем государстве. Если бы они хорошо знали историю, уверен, многие бы из них на такое не решились». Это же в конце концов была не битва на поле боя, а просто расстрел мирных людей. С прискорбием предположу, что теперь эти члены боевого крыла Хамас уже не жильцы, ведь израильский народ подобное не прощает с 1945 года. Соглашусь с египетским историком, потому что понимаю, о чем именно он говорил. Ахмед Диаб имел в виду израильскую организацию НОКМИМ, которая запомнилась тем, что столько, сколько она уничтожила немецких преступников после войны, не смог никто другой. Ни фонд Симона Визенталя, ни легендарный Моссад, ни какая-либо другая организация. НОКМИМ был настоящим кошмаром для выживших эсэсовцев, каждый из которых, когда ложился спать, непременно вспоминал об этих мстителях. НОКМИМ. Иногда называют еще НАКАМ, что в переводе обозначает «мстители». Еврейская военизированная организация в количестве около 60 человек, поставившая после Второй мировой войны цель отомстить немцам за массовое убийство евреев – Холокост. Организовал и возглавил эту НОКМИМ в 1945 году уроженец белорусского городка Ошмяны Абба Ковнер. Этот человек в начале войны был отправлен в Вильнюсское гетто. Там он не стал ждать судьбы, а вместе с подпольщиками примкнул к партизанскому движению, которое позже и возглавил. Благодаря активности Ковнера он смог выжить, так как практически все проживающие на территории Вильнюсского гетто, а это около 40 тысяч человек, были уничтожены немцами. Свою долго вынашиваемую мечту отмщения немецким нацистам Ковнер стал воплощать в жизнь в 1945 году, когда Красная Армия освободила Вильнюс. С этого момента началась карательная операция НОКМИМ под названием «Око за око». Члены этой организации разъезжали по городам Европы и вылавливали высокопоставленных нацистов, с которыми жестоко расправлялись. По одной из версий, мстителям помогал один из офицеров гестапо, который в обмен на сохранение жизни составил список эсэсовцев и гестаповцев, включая точные данные о биографии, приметах, месте жительства, службе, родственниках и так далее. Поначалу НОКМИМ была немногочисленной организацией. Многие из партизан Аббы уехали в Палестину для становления нового государства Израиль. Но мстителям очень повезло, когда к ним примкнули несколько бойцов еврейской бригады. Дело в том, что это подразделение сформировалось и было отправлено на фронт в марте 1945 года, то есть за пару месяцев до окончания войны. Серьезного участия в боях бригада принять не успела, и солдаты не чувствовали, что они отплатили немцам за депортацию и уничтожение своих братьев. Писатель Ханох Бартов, служивший в бригаде, о настроении части солдат писал следующее. «Мы успели сделать совсем немного. 1000 сожженных домов, 500 убитых, всего лишь сотни изнасилованных немок. Это ничто. Мы здесь не ради Рузвельта и не ради Сталина. Мы большой комок мести. Нам нужно больше уничтоженных немцев». Благодаря статусу военнослужащих еврейской бригады у мстителей появились отличные возможности для своих действий. Участников НОКМИМ снабдили документами и служебными автомобилями, благодаря чему они могли беспрепятственно перемещаться по всей Европе. Стандартный почерк мстителей был следующим. Они приезжали в военной форме в дом, где проживал нацист, после идентификации личности его забирали в кузов грузовика под предлогом допроса в военной комендатуре. Нацисты обычно вывозили в лес, где проводился краткий допрос, после которого пленнику сообщали, кто пришел по его душу. В последующем немецкого преступника обычно вешали на ближайшем дереве, имитируя самоубийство. Гитлеровцев, которые принимали участие в депортации евреев и охране концлагерей, ожидала не такая легкая смерть. Таким обычно перед смертью отрезали нос или снимали скальп на голове, после чего расстреливали и закапывали в лесу. Иногда из-за нехватки времени казнь происходила прямо у дома. Как только нацист поднимался в крытый грузовик, один из палачей хватал его за горло и падал с ним назад на матрас, ломая ему шею.
У Квентина Тарантино есть фильм «Бесславные ублюдки», где герой Брэда Питта возглавляет группу американцев еврейского происхождения, жестоко убивающих нацистов, чтобы отплатить за Холокост. Так вот, подобный киносюжет не плод фантазии американского режиссера. Это аналог еврейской группировки «Нокмим». Кроме этого, нацистские деятели умирали в больницах после несложных операций. Впоследствии обнаруживалось, что вместо лекарства в капельницах оказывался керосин. Другие погибали в автокатастрофах, которые устраивали члены НОКМИМ. Попросту говоря, они давили автомобилями нацистов при переходе дороги. Но эти поодиночные вылавливания нацистских преступников не утоляли жажду мести Абы Ковнера и его соратников. У них были более глобальные планы. НОКМИМ хотел смерти 6 миллионов немцев в отместку за 6 миллионов убиенных евреев во время Холокоста. Решение у «Мстителей» родилось само собой. Нужно уничтожить всю Германию. Было решено с помощью водопроводных систем отравить воду, поступающую в немецкие города. В конце 1945-го организация перекочевала поближе к 5 большим городам Германии – Веймар, Нюрнберг, Мюнхен, Гамбург и Берлин. Двое членов организации устроились на работу на водоочистные станции. Их задача была ознакомиться с системой трубопроводов, чтобы в нужный момент отключить от водоснабжения те части города, где проживали американские военнослужащие с семьями, а воду, поступающую немцам, отравить ядом. Для выполнения этой задачи Аба Ковнер лично поехал в Палестину, где провел переговоры с Бен-Гурионом и Хаимом Вейцманом, в последующем первый президент Израиля. Вейцман – ученый-химик по образованию и передал необходимый яд Ковнеру. Но, возвращаясь в Европу, руководителя НОКМИМ арестовали на корабле. При этом канистры с ядом он успел выбросить в воду, заподозрив неладное. Все, что ему смогли предъявить, это подделку документов, за что посадили в каирскую тюрьму. До сих пор однозначно не ясно, кто помешал доставить яд НОКМИМу в Европу. Сам Ковнер утверждал, что это дело рук Бен-Гуриона, который считал подобную месть ненужной, так она только навредит имиджу нового государства Израиль. Арест Ковнера был самым настоящим ударом по организации еврейских мстителей. Они понимали, что их планам уничтожения миллионов немцев за Холокост не суждено было сбыться. Но оставался план «Б», который после варианта с отравлением воды был намного менее сокрушительным, но тем не менее. В лагере «Шталаг-13» под Нюрнбергом находились в заключении 12 тысяч бывших эсэсовцев. В 1946 году было решено отравить их с помощью мышьяка, который предполагалось перемешать вместе с мукой для изготовления хлеба. Лагерь обслуживала пекарня, в которой устроился на работу член организации Ария Дистель. В назначенный день трое мстителей проникли в пекарню и начинили ядом 3000 батонов. Но отравление не дало нужных результатов. Немецкие заключенные отравились после употребления завезенного хлеба, но американцы смогли оперативно их откачать, промыв желудки и накормив таблетками. Но история все-таки получилась мутной. «Нью-Йорк Таймс» написал, что отравились 1900 бывших эсэсовцев и что никто не умер. Но некоторые историки утверждают, что жертвы все-таки были, а американцы в целях избежать лишних обвинений скрыли эти сведения. По некоторым данным, в результате этого отравления умерло около 400 гитлеровцев. До сих пор нет однозначного ответа на вопрос о том, почему же пострадало относительно мало немецких военнопленных. Одна из версий – заключенные эсэсовцы почувствовали некоторые странности в ломтиках хлеба и съели его в малых количествах. Другая версия – мстители ошиблись в расчетах доз отравленного вещества на буханку хлеба, из-за чего доза получилась несмертельной. И даже после этой неудачи НОКМИМ не опустил руки. Мстители продолжали уничтожать нацистов. И Ягуда Майман, выжившая в концлагере Освенцим и в последующем ставшая членом группы НОКМИМ, рассказывала, что смертные приговоры нацистам приводили в исполнение регулярно еще на протяжении нескольких лет. В том же лагере под Нюрнбергом были задушены и кастрированы десятки немецких военнопленных. Большое количество бывших высокопоставленных эсэсовцев мстители отловили через несколько лет после окончания Второй мировой войны. Их трупы находили по всей Германии. Сам Абба Ковнер освободился из каирской тюрьмы в 1946 году и уехал в Палестину, решив, что борьба за независимость нового государства Израиль уже важнее, чем преследование немцев. Однако не все члены НОКМИМ последовали его примеру, и точечное уничтожение нацистов продолжалось еще долго.